Почему осознанные сновидения являются важнейшими элементами духовного развития? Дорогие, хотелось бы выразить благодарность за ваши комментарии и заинтересованность под предыдущим постом о внетелесных путешествиях. Для меня это возможность узнать, какие темы в саморазвитии вас интересуют, на что сделать упор и что рассказать в дальнейшем. Итак, без практик осознанных сновидений и внетелесного опыта невозможно саморазвиваться. Вы можете мне возразить, что существует много разных практик, учений, где об этом опыте не говорится и его даже запрещают. Да, это правда. Но самое забавное в этом то, что адепты и основатели всех учений всегда рассказывают о своих контактах с высокодуховными сущностями, происходящими во сне или в состоянии, похожем на него. Они называют это по-разному и описывают каждый по-своему, но по сути это и есть нетелесный опыт. При этом они по своей религии запрещают это, ну не абсурд ли? У многих людей есть огромное желание и острая потребность развиваться, познавать истинную структуру мира, познавать эту матрицу, но они банально не знают, с чего начинать. Начните с самого простого и в то же время мощного. Прокачайте свое энергетическое тело. Что может быть более эффективно? Скажите мне, пожалуйста. Можно без конца вычитывать книги, ходить на тренинги, пробовать различные энергетические практики, ретриты. Все это, конечно, даст какой-то результат, но не перевернет вашу картину мира на 100%. Вы полностью трансформируетесь только тогда, когда сможете постичь внетелесный опыт. Поверьте, это впечатление станет самым мощным в вашей жизни и оставит в вашей душе неизгладимый след. Это и последует вашей дальнейшей мотивации на успех и рост, который неизбежен. Самое главное в вашем развитии – это сила. Физическая сила, сила духа, сила ментальности, сила характера, сила слова и всего остального. Сила – это решающий фактор во всем. Но ничто не может натренировать силу лучше, чем внетелесный опыт. Надеюсь, я вас убедила, и вы сейчас понимаете, что более осознанная реальность – это та реальность, которую вы действительно на своем опыте прощупали со всех сторон, в том числе и из загробной стороны, откуда никто не возвращается. Еще одна очередная ложь. Скажем так, у многих религий, да, особенно будет приятно тем людям, которым очень страшно умирать и которые столкнулись с этим страхом не понаслышке. Большинство из вас, наверное, удивится, но есть достаточно много людей, которые боятся умирать. Так вот, благодаря внетелесному опыту вы навсегда избавитесь от этого страха, потому что поймете, что ваше сознание бессмертно. Это не будет слепая вера или какая-то догма, как в церкви. Это что-то вроде того, что вы можете проверить сами на своем опыте, вначале выйти из тела, а потом обратно туда вернуться. В следующий раз я расскажу о разных путях развития своих способностей, как астролонавта. Я знаю, что не у всех получается, и знаю почему. Обидно, когда много усилий затрачено впустую, а желаемого результата так и нет. Вот об этом и поговорим. Я знаю, что описала только часть мифов и страхов. Возможно, у вас есть свои. Напишите в комментариях, мне будет интересно с вами их обсудить.